мы находимся в самом центре Людвигсбурга. Это рыночная площадь, по-немецки она так и называется, Marktplatz. Вот основное место, центральную часть рыночной площади занимает памятник основателю города, герцогу Людвигу. Он выполнен в виде фонтана, сейчас фонтан затих, но по вечерам он работает и очень красиво подсвечивается. Герцог Людвиг, основатель Людвигсбурга, здесь изображен с маршальским жезлом, символом герцогской власти. Вообще эта площадь вполне оправдывает свое название. Если вы обратите внимание, сегодня, в субботнее утро, она как раз заполнена торговыми рядами. Найти здесь можно все что угодно. Рыночная площадь, основанная в 18 веке, так же как и сам город, находится выше главной достопримечательности города, выше Людвигсбургского дворца, в общем-то, того самого, с которого и началось строительство города, что по меркам 18 века было недопустимо, но тем не менее архитекторы пошли на такую вольность и расположили рыночную площадь, на которой собирались торговцы и, скажем так, простые жители Людвигсбурга, выше по уровню, чем главная достопримечательность Людвигсбургский дворец. Он находится по ту сторону города, и обязательно мы на него посмотрим. Что ж, друзья, вот мы в самом центре Людвигсбурга, в том самом месте, откуда и начинался сам город. Строительство всего города стартовало после возведения здесь знаменитого на всю Германию, на всю Европу Людвигсбургского дворца. Это один из самых крупных дворцовых комплексов в Германии и вообще в Европе, и самый крупный из представленных на территории современной Германии барочных дворцовых комплексов. Thank you.